Приветствую вас. И начать мне хотелось бы с того, что поговорить с вами о том, как вы охарактеризовали свое состояние. Вы говорите, что на протяжении 5 лет у вас депрессия. Видите ли, депрессия является психическим заболеванием, которая диагностируется врачом-психотерапевтом или психиатром. И до тех пор, пока у вас нету диагноза, нельзя говорить, что у вас депрессия. Да, депрессивное состояние может быть. Да, постоянно негатив, естественно, также присутствует. Раздражение, неприятие того, что вы пишете окружающего мира и так далее. И это, безусловно, серьезные симптомы. Ну, например, по какой причине вы не переносите все, что вы описали? Дело в том, что органы восприятия помогают человеку адаптироваться в пространстве, во внешнем мире, и если вы не хотите этого, если у вас происходит отторжение данных моментов, то значит вы на подсознательном уровне пытаетесь себя так или иначе уберечь или защитить от возможных проблем. Возможных проблем какого плана? Связанных опять-таки с негативными установками, в результате которых у вас и появилось это самое депрессивное состояние и раздражение на окружающий мир и вообще на все. И вот вы пишете, что в течение 5 лет у вас такая ситуация, значит, 5 лет назад примерно это началось. Вот и нужно ответить себе на вопрос, а что послужило тому причиной? Что спровоцировало, что, так сказать, заставило вас так себя ощущать? Потому что депрессивное состояние это, по сути дела, влияние, реакция на определенные негативные установки, глубины негативной установки, которые присутствуют у вас. И основная глубинная негативная установка, которая у вас есть, это вот то, что вы пишете, это не можете жить с дедом в квартире. Значит, у вас острая конфликтная ситуация с вашим родственником, которая, по всей вероятности, и стала причиной всего того, что с вами происходит. Можно долго гадать на тему того, как все получилось, как все произошло, но, думаю, будет лучше, если вы расскажете свою историю сами. Действительно, в онлайн сегменте работа с психологом стоит дешевле, и вы можете посмотреть профили на наших экспертов на нашем ресурсе и выбрать себе подходящего и поработать с ним. Потому что вряд ли представляется возможным в формате вопрос-ответ прояснить ваши проблемы. Если в течение 5 лет вы так жили, а 5 лет срок не маленький, то вот так сразу после одного даже самого правильного, ну скажем, ответа, вы не сможете изменить свое поведение вот так вот в раз. Нужно время, нужна работа. Пусть работа не постоянная, пусть не такая длительная, но тем не менее. Нужно разбирать ваши проблемы, разбирать глубинные причины того, почему вы оказались в данной ситуации.
И только тогда вы можете начать постепенно менять свое поведение. Ваши органы восприятия будут направлены не на отторжение внешнего мира, а на, собственно говоря, принятие. И для этого необходимо убрать все имеющиеся блоки в этом направлении. Это все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго.